осьминожек фиолетовый. Такой сказочный, очень красивый и благородный. Его цвет удивительно глубокий, обращает внимание к глубине сказки, к ее загадочности. Смотришь на него, и строчка песни оживает, а в глубинах словно светится вода. И осьминожек весь светится, а его лучистый, теплый взор со звездными ресницами наполняет ощущением сказки, передавая привет от друга осьминога фиолетового цвета. Он словно преддверие праздника собой несет, как сияющая звездочка, радует своим появлением. Вроде бы ребенок, а столько в нем собранности и готовности к действиям. Сразу вспоминается открытка-раскраска к песне «День всеморский осьминога». Действия осьминожиков такие старательные, умелые. И выражение лица, оно так похоже на выражение лиц осьминожиков в открытке-раскраске. Приветливость, гостеприимство. Оно нарисовано на рисунке и проявляется в мягкой игрушке. Осьминожек приносит с собой атмосферу сказки, сказочного праздника, сказочного общения. А он прямо сейчас, смотрите, приветствует нас, каждого-каждого. Волшебство, сколько теплых и дружеских чувств может передавать игрушка. Фиолетовый цвет осьминожика очень созвучен жемчужнице, такой же глубокий и мудро-фиолетовый. И вдохновляет раскрасить на открытке раскраски одного из осьминожиков. Он подсказывает, какие могут быть цвета, какой это фиолетовый, какой у него оттенок. И какими переливами может быть его одеяние, и даже цвет глаз. И ресничек, и улыбки. Как здорово, что благодаря игрушкам обратили внимание, что осьминожики на открытке раскраски разного возраста. Постарше осьминожики, и помладше. Так можно раскрашивать в созвучии с игрушками. А еще играть, передавая привет от друга осьминога. Я приветствую тебя, Оля. От имени нашего друга, осьминога. Я приветствую тебя, Ярослав, от имени нашего друга, осьминога.